Этого события очень ждали студенты Тверского государственного университета. Для них организовали путешествие в страну карьере. Мероприятие объединило в первую очередь ту категорию молодежи, которая стремится к смене сферы деятельности и планирует расширить свой круг общения с единомышленниками. Тему продолжит наш корреспондент. Ночь карьеры – это ежегодное мероприятие, которое стало традиционным и заслужило репутацию одного из самых ожидаемых событий в сфере профессионального саморазвития. Организатором выступило Управление развития карьеры и универсальных компетенций Тверского госуниверситета при поддержке Министерства образования и Министерства молодежной политики Тверской области. Мы, Тверской государственный университет, крупнейший центр образования, и ежегодно 2000 молодых, энергичных, креативных специалистов выходят на большую трудовую жизнь. И, соответственно, сделать так, чтобы эта жизнь сложилась, чтобы профессиональная траектория развивалась успешно, с максимальной пользой для Тверского края и нашей страны, это задача вуза и задача, конечно же, работодателей. Ночь карьер в этом году включала три формата площадок: стендовая сессия работодателей, интерактивные площадки по карьерной тематике и экспресс-карьерные консультации. Вот как раз на сегодняшнем мероприятии работодатели собрались, они предоставляют свои вакантные места. Студенты могут пройти, посмотреть все, что им интересно, пройти мастер-классы, в том числе и попробовать себя в составлении резюме. Попробовать пройти собеседование. Если они еще не определились с выбором, то они могут пройти карьерную консультацию. Стендовая сессия у студентов вызвала наибольший интерес. Они познакомились поближе с работодателями, узнали ситуацию на рынке труда и потренировали навыки собеседования для того, чтобы понять свой путь развития в профессии. У нас сейчас рынок труда очень нуждается в специалистах педагогических профессий, инженерные специалисты, IT-специалисты. Здесь студенты могут выбрать того работодателя, к которому могут пойти на практику, на стажировку или даже уже трудоустроиться. В качестве работодателей выступили крупные предприятия, организации, а также Министерство образования Тверской области. Времени, как оказалось, было предостаточно, ведь ночь карьеры закончилась в 21 час.